Если бы за окном была не зима, сооружение вполне могло сойти за горку в аквапарке. Скатившись с такой, прямиком оказываешься в водах аллея. Она незаконна. На данное сооружение нету никаких документов. И толщина льда в данном микрорайоне сегодня не позволяет нам выход людей на лед. Сейчас для развлечений вроде бы все готово, вот только нашей съемочной группе ни разу не удалось застать катающихся. Для пущей верности местные власти решили усмирить опасную горку. Разместили предупреждение и даже поставили заграждение. А на днях и вовсе решили, раз гора не подчиняется Магомету, засыпать ее песком. Давай, веничком, быстренько, пацаны, ну что вы это? Все, давай еще песок, Саныч! Прямо на глазах у чиновников и полиции хозяева горы невозмутимо сметали песок. Однако, поскандалив, инициаторы стройки все же пообещали представить властям необходимую документацию. За безопасность, заверили они, тоже ручаются. Один человек у нас на старте находится, который контролирует, так скажем, запуск людей, чтобы они друг за другом не ехали, чтобы не допустить столкновения. Также дежурит человек у нас на реке, на самой. Кроме того, предприниматель поделился планами. Летом обустроить на этом участке зону отдыха. И горка, по его словам, как раз придется кстати. Ее можно будет перепрофилировать в мини-аквапарк. Однако, пока нет разрешения, гору проблем предстоит разбирать в суде. Екатерина Гаськова, Алена Воробьева и Геннадий Лабзин. Наши новости.